Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Некоторые подписчики интересуются монетами Англии, Великобритании. Покупаю только, ну, в хорошем состоянии, потом для сравнения беру там пару экземпляров. Ну, вы сейчас все посмотрите. Потом еще не, если есть что-нибудь интересное. Ну что, все английские монетки имеют 5 видов портрета королевы Елизаветы II. Их постараюсь показать, какие-то портреты были. Потом немножечко еще другую информацию дам. Первый портрет на английских монетах был вот такой вот портретик. Видите, Елизавета II. В холдерах, видите, неохота распечатывать холдер и выкидывать потом их. Ну, в холдерах хуже смотрится. Вот этот первый портрет. Монета очень распространенная, очень большие тиражи, много-много. С разными правителями есть, но в один пенни монет. Но эту именно я взял, потому что это последний год выпуска такого пенни. Видите, 67-й год. Потом уже пошли другие монеты 68-го года. Уже не выпускались такие монеты, поэтому она у меня, хотя она и не идеальная. Где-то в экстрафайне в состоянии. Вот. Следующая монета с портретом 68-го года. Художник Арнольд Машен. Разработал. Так, кстати, вот тоже первый портрет. Также вот монетка. Елизавета II. Третий тип. С 85 по 97 год. Рафаэль Маклуф. Этот портрет изображает королеву в бриллиантовой диадеме Георга IV, которую она ежегодно надевает на открытие парламента. Тоже интересный вариант. С 85 по 97. Так, вот мы наблюдаем третий тип короны. Как раз диадема и год, видите, 87-й, как раз подходит. Это 2 пенса. На брак Елизаветы и Филиппа, принца, был конкурс тоже на новый портрет. И победил Ян Ранг Брэдли. Вот этот тип портрета, видите? Королева вновь изображена в тиаре от девушек Великобритании и Северной Ирландии. Здесь вот только 4 типа мы видим. Эти все 5 типов портретов считаются каноническими, так как они использовались на регулярных монетах. Ну, тут видите джерси. Тоже изображена. Однако, за все время, вот я вам сейчас показываю разные страны, это Кук Исландс, это острова Кука, 10-й, видите, королева. За все время ее царствования, Елизаветы II, монетных портретов, если просматривать, кто-то будет смотреть, искать 5 видов, а найдут гораздо больше. А почему? Потому что
создано гораздо больше портретов, потому что Елизавету чеканили для чеканки монет стран Содружества, для юбилейных, там, нерегулярных выпусков, видите. С 2015 года ее новый портрет вышел, последний. У меня нет, конечно, его пока, но нужно будет взять второй тип и последний, 15-й. Ну, чисто для побольше монетку взять, для визуального сравнения. И, может быть, даже будет интересный вопрос собирать все эти монетки. Все разные как раз изображения, и не Великобритания, там стран Содружеств, например, по разновидам. Тоже интересная тема. Видите, с 2015 года этот Джоди Кларк, он разработал этот портрет, который по сей день есть. И да, пока королева на престоле, будут выпускаться эти монеты. Принц Чарльз, например, он пока не правит. Он бывает на монетах много, конечно, но в таких ракурсах, на свадьбе, где-нибудь на оборотной стороне, ну что-то ему там еще тоже посвящают, но все-таки главенствующее положение занимает Елизавета II. Спасибо за просмотр, за терпение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был канал Олег и Ко. Пока-пока.